Укрепление рубля к тенге до исторического максимума прокомментировали в Национальном банке. Там сообщили, что в течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США. Это происходило на фоне введенных в России мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары, включая энергоресурсы, вместе с существенным сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта. Это, соответственно, привело к ослаблению курса тенге-рубль до минимальных исторических уровней – 9 тенге за рубль, сообщили в пресс-службе банка. Обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США. Рынок тенге-рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования, что связано с торговым дисбалансом между Россией и Казахстаном, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. Этим обуславливается низкий спрос на тенге в России, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли.